И всем привет, с вами Александр Навас, в данном видеоуроке сегодня я буду делать контракт в новый CSGO. Да, прикольное приветствие получилось, кстати, надо запомнить. Ладно, окей, сегодня мы делаем контракт из вот этого вот, пока догрузится, я не знаю когда. Во, мы делаем сегодня контракт из этого, делаем контракт, собираем вот эту вот всю, вот эту вот все скины и делаем из этого контракт. Сейчас посмотрим, что из этого будет. Что нам может оттуда выпасть, я даже не знаю. Итак, вместо контракта обмена я сегодня буду играть напарники. Итак, у меня пистолет. И вы видели, кстати, новую графику, пока вот идет, пока там мой напарник кого-то убивает. Видели новую графику, но так как я играю на минималках, ничего не изменилось, но у вас там что-то изменится. Кстати, вы видели мой новый нож? Там, походу, уже на нашу базу напали. Новый нож. Да. Такой вот мой новый нож. Погнали. Они не заплентят. Я им не дам. Бомба-то здесь. Новые звуки оружия, бомбы и все такое есть. Так что вот так вот как. Ни хрена. Ты что здесь сидишь? Меня сейчас уже завалит меня. Ладно. Так, он походу обижал. Обижал. Окей, ладно. Хоть так. Хоть как-нибудь так, ладно. Давайте я закуплюсь. Весь матч я буду играть с М-кой. Давненько такого не было, чтобы весь матч я играл с М-кой. Я буду только с Юспом и М-кой играть. Больше ни с чем. Ну и с ножом моим красивым новым. Это поверхностная закалка, кто еще не заметил. Он стоит очень дорого. Я продал несколько ножей, чтобы его получить. Их еще на сайтах даже нету, а он у меня уже есть. Так, ладно. Надо прочекать позицию. Так, они, наверное, выйдут из дома, вероятнее всего. Ну или же они уже вышли, я не знаю. Да уж, графика, конечно, вообще круто. Так, там наш. Они в доме, по-моему. Нет, не в доме. Только один парень. Окей, окей. Окей. Погнали. У чувака нет микрофона. Жал. Как бы поболтал бы с ним. Или он просто не говорит, я же все отключил, чат отключил, может он что-то пишет. А, его убили уже, ладно. Зашли уже, видать, туда гады. Ладно, сейчас разберемся. Опа. Минус один. И чтоб он меня не прочекал, не убил, сейчас мы по-другому сделаем. Вот так вот пойдем. Все, изи. Так, бомба, бомба. Видите, звук бомбы изменился? 10 секунд. Потому что я не закупал этот диффузы. Надо закупить диффузы. В следующем этом. Не, ну это керамбит покруче вроде будет. Найс. Просто найс. Лайк этому видеоролику, если вам понравилось. Это вот все. Давайте диффузы закуплю. И бронежилет. Окей. Погнали. Теперь диффюзы есть. Я теперь могу диффюзить. Я теперь крутой. Надеюсь, тебя это не убьют. Нет, кемперить я не буду. Да вообще какие-то изичные вообще. Говорил то, что не буду играть с другими оружиями, кроме М-ки. А так хочется взять калаш. Кстати, бомбу здесь. Такой красивый калаш. Ну ладно. Сидим, значит. У нас дом выйдет точно. Значит, чекаем. Чекаем позицию. Один там чекает, другой там чекает. Чекаем, чекаем. Ну и чё? Хабанер. Какой-то. Ладно. Сидим.
ждем. Я уже ожидаю, то, что он сейчас из двери выйдет, я его убью. Или откуда-то он оттуда выйдет, я не знаю. Но он точно где-то есть, время идет. Ага. Нет, его в доме нету, он не в доме. Шагов не слышно, его нету там. Ты что? Пошли. Время вышло. Но... Ладно, пошли дальше. Пошли дальше. Что ты на меня смотришь, на мои скины? Пошли. Сейчас выиграем его. Опять дом чекать. Это скучно. Это будет неинтересно. Буду чекать другую позицию. Я не кемпер, так что кемперить не хочу, но я играю за КТ. И тут кемперить надо. Я буду чекать позицию эту. Ну, как бы не очень кемперю, ну да ладно. Так. Они выйдут или из дома, или откуда-то оттуда. Уже вышел, убил, все. Второй там же, наверное, из дома вышел. Вот как раз, когда я не сижу там, они идут. Когда не сижу... Короче, я запутался. Когда я сижу там, они не идут. Когда не сижу, они идут. Вот так вот правильно будет. Ладно. Давайте дальше. Он молодец, он тоже убивается и киллы сделал. Все, молодец вообще. Погнали. Опять, наверное, дом будет. Они так, у них одна и та же тактика. Давайте я их зарашу. Они тоже начали рашить. Кстати, почему бомба у них рашит? Вот это тупая тактика. Я ее ненавижу. Когда бомба, чел с бомбой, рашит первым. Погнали. Пойдем, зайдем. Аук. Нет, рук, бери аук. Я с М-кой сегодня играю. О, бомбу сразу зарашил, убил фэдшот. Вот что значит Global Elite. Так, ну он, видать, пошел, уже прошел туда. Наверное. Так что чекать его надо здесь уже. Я его здесь буду чекать. Потому что одни и те же позиции, это не круто. Учитесь играть, умею. Так, интересно, докуда я могу залезть-то? Что такое? А, тень. Вот... Молодец. Вот он с Аугом уже играет, какой второй раунд или третий. Вот он тащит, он реально убивает, тащит. Аугмастер. Конечно, играет на крутых званиях. А без Ауга, наверное, играть-то не умеет, чел. Ладно. Че, опять они через дома пойдут? Через что они пойдут? Я рашить уже не хочу, что-то. Или придется рашить, не знаю. Чисто. Это дом опять. Это опять дом. Они заплентили, да ладно, они зарашили. Блин, я не успел. Я что-то этот момент просрал. Немного. Ладно. Так. Минус один. Я раненый, все, я low HP просто. Low HP, я не хочу больше убивать. Ты же аукмастер, мочи его. Убил? У меня диффузы есть. 5 секунд. Все, изи. Фух, low HP просто. Убили гадов, все. Молодцы. Вот такая команда мне нравится. Вот мне она реально нравится. Когда я убил, и он убил. Это круто. Они никогда я только убиваю двоих. Как я снимал подборку Дигла, там просто чел. Просто, наверное, какой-то сильвер, который играть не умеет. Он, его, наверное, бустили, и он, короче, играть не умеет сам. И сливался просто, 0 киллов. Или он специально сливался, или не знаю. Но мне пришлось тащить одного, и я затащил. Да, и, кстати, они, наверное, уже прошли на плент. Видать, или через дом. Не знаю. Прочекаем сейчас. Что-то я не хочу туда идти. Ой, меня ранили. Пойду-ка я туда.
Твою мать. Надеюсь, он не пойдет меня проверять. Так. Мать твою. Он здесь. Надеюсь, он пошел планетить. А он здесь, походу. Тихо. Вот сейчас очень, конечно, прикольно, когда у меня low HP, и я просто не могу выйти. Потому что low HP, и меня он убьет. Так что надо кемперить в этот момент. Твою мать, он меня убьет. Меня не должны убить ни разу. Убил? Скажи, что ты его убил. Молодец, у меня диффюзы. Блин, вот такой вот опасный момент. Опасный просто. Все, мы выиграли. Итак, время дигла. Теперь я уже играю с диглом, ребята. Так. Давайте, погнали, давайте. Последний раунд. Мочим их. Я прям зарашу их с диглом. Да, вот такой вот у меня дигл. Погнали. Есть! А, сори, это свой. Сори. Минус один. Тихо. Он ушел куда-то. Но он здесь, наверное. Хрен его знает. Ладно. В СВУ попал, меня даже это пишет уже сервер. Если вы еще раз попадете, короче, все. Дефюзит уже? Сука! Все, мы победили! Сука!